Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mini DayZ, вторая часть. Приятель, похоже, ты выпал из вертолета во время крушения. Большая часть нашей команды выжила. Мы недалеко, иди на восток. Иди на восток. Так, друзья мои, походу мне надо расставить кнопки. Секунду. Так, ну что, проверим. Отлично. Попробуй найти что-нибудь, чтобы использовать в качестве оружия. Вокруг много зараженных. Порыскай в багажниках, авось найдешь добычу. То есть в этой машине, наверное, да? Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Я что-то нашел. Мясницкий нож. Ты можешь переключаться между экипированным оружием. Ага, у меня тесак, друзья мои. Замечательно. Так, нажми значок оружия, чтобы атаковать противника. Видимо, сейчас где-то будет враг. Ага, зомби. Друзья мои, стоит зомби. Ну давай, 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 бомби его. Так, скорая помощь. Видимо, тоже можно ее обыскать. Так, мы нашли с тобой бинт. Используй бинты, чтобы остановить кровотечение. Так, использовать. Ага. Все, кровотечение остановилось. Твою налево, еще один зомбарь идет. Тачка. Так, ребята, у нас есть голод. И вот тут вот рядышком наше здоровье. Мусор. Мы нашли один мусор с тобой. Зачем он нам нужен? Может быть, для крафта? Ох, ё-моё, смотри, какая-то база здесь военная. Иногда лучше избежать драки и скрыться. Присядь и крадись, ты будешь двигаться медленнее, но тебя будет труднее заметить. Ага, вот даже как. Смотри, смотри, смотри. Значок глаза указывает, видит ли тебя враг. То есть вот так не видит, а так видит. Фига, ребята, мне на эту базу... Блин, меня видят. Ты можешь прятаться в высокой траве, чтобы получить бонус к скрытности. Да? Смотрите, 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 они успокоились. Блин, на эту базу лучше не заходить. Наверное, пока. Поищи материалы в соседних зданиях. Мы хотим создать базу на месте крушения. И все, что ты найдешь, может пригодиться. И все, что я найду... Как скажете, друзья мои, как скажете. Так, блин. Зомбарь стоит. Так, я могу здесь что-нибудь найти, нет? А я потихонечку, если... Слушай, а может быть его шлепнуть, а? Из-под тишка. Да, захотел втихаря, не вышло. Так, что у нас тут есть? Давай, иди сюда. Яблоко. Судя по всему, это еда. На второй этаж мне подняться нельзя. Так, ладно. Давай посмотрим, что в этом доме. Ну что, ничего нету? О, металлолом. Холодильник я не открыть не могу, не подбить его. Ладно, двигаемся дальше. Так, это что, можем зайти сюда? Можем. Скотч. Интересно, зачем мне скотч? Мусорки пусты. Так, еще одна машина стоит. Это такси, видимо. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Патроны. Хоу. Переключись на оружие дальнего боя. Так, перезаряди выбранное оружие. Так, ребята, у меня пистолет. Стреляй при удобном случае. Фига тут. Колючая проволока, мне туда не пройти. БТРка стоит. Так, тут тихо у нас. Все вроде бы нормуль. Древесина. А здесь обшмонать нельзя. Точность огнестрельного оружия выше, когда ты не двигаешься. Понятно, если я стою на месте. Ага, смотри. Твою налево, они же меня услышали. Давай, магазин пуст.
А патроны у меня бесконечные или как? Когда огнестрельное оружие точно нацелено, есть шанс нанести критический урон в голову. Точно нацелено. Как ты определишь, точно оно нацелено или нет? Так, здесь у нас ничего нету. Одни трупы военных. Чтобы покинуть область, иди по дороге до ее края. Нажми кнопку «Выход», стоя в определенной области. А, ну тут... Ребят, это было просто как бы обучение пока. Выходим. Добро пожаловать в мини-Дейзи 2. Так, ребята, добыча у нас яблоко, металлолом, скотч, древесина и, судя по всему, какие-то лекарства. Вернуться на базу. Получилось, мы можем создать новую базу прямо на месте крушения. Двигатель вертолета можно превратить в электрогенератор. Начни строительство, выбрав здание. Так, это, ребята, у нас электростанция. Улучшить до уровня 1. Сделаем. Так, 28 секунд. Бесплатно. Отлично, теперь у нас есть электричество. Модернизация генератора даст дополнительные возможности для улучшения других зданий. Давай посмотрим маленькую ферму. Так, улучшить. Вместимость 10. Улучшаем. Бесплатно. Молодец, со временем ферма будет производить еду. Когда ферма закончит производство, ты сможешь забрать еду, нажав на значок над зданием. Здесь отображается общее количество собранных ресурсов. Ага, понял. Еда расходуется в экспедициях. Без нее твои персонажи будут голодать. Материал встречается часто и тратится на строительство, улучшение, ремонт и изготовление предметов. Компоненты встречаются редко и тратятся на более мощные улучшения, ремонт и изготовление предметов. Топливо можно использовать для ускорения трудоемкого процесса. Нам не помешало бы найти побольше ресурсов. Пора осмотреть окрестности базы. Так, похоже, мы разбились на острове. Здесь находится наша база. Ближайший лес может быть хорошим источником материалов. Давай отправимся в него. Так, друзья мои, во время рейда можно выбрать автоматическое или ручное управление персонажем. Авторейд автоматически завершается со временем. При этом ты не можешь непосредственно управлять персонажем. Рейд дает тебе полное управление персонажем при исследовании местности. Давай исследуем это место. Рейд. Тут, ребята, есть авторейд, да? Ты можешь выбрать... и вооружить одного из персонажей для решения предстоящей задачи. Ты можешь перемещать предметы из инвентаря базы в инвентарь персонажа. Также можно взять снаряжение, переместив его из инвентаря в соответствующий слот. Все готово, так что жми кнопку «Рейд» и начинай исследовать. Так я же еще ничего не взял, ладно. Так, ну пока вроде бы, ребята, мне нравится. Я играл в первую часть. Слушай, довольно сложно, я так ее и не прошел. Так, здесь ничего нет. А вот это вот, интересно, мы можем взять? Нет. Карта. Ага, карта есть. Есть, ребята, приближение у нас. Так, а вот тут? О, домик я вижу какой-то. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Нож охотничий. Так, нормуль. Оу-оу-оу-оу-оу. Зомби, блин. Как же он меня, ребята, подловил. Нет, нет, нет. Подожди, хотя тут яблоко лежит. Энергетик. Так, друзья мои, нам надо быть аккуратнее, потому что у меня здоровье все-таки заканчивается. Куда вообще я тут должен... Оу, тут еще и волки. Так, ладно, давай потихоньку возьмем. Какой-то пипси подобрал. Наверное, это пепси хотели написать. Ну ладно, пускай будет пипси. Опа-на, я вижу еще один домик заброшенный. Зомби, зомби, зомби. Пока он меня не видит. Потому что я скрытно перемещаюсь. Бинт. Слушай, смотри-ка, а здесь вот это просто так? Или это я могу подобрать?
подобрать. И это что у нас? Гриб. Тут еще, видимо, ребята, будет какое-то заражение. Видите, у нас тут. Опа, 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 опа. Нет, он меня не увидел. Так, тихонько. Древесину подобрал. Спрайт. Ты слышишь? Кто-то там дерется. А-а-а, зомби воюют с волками. Ничего себе. То есть у них тут своя жизнь, да? Я думал, как обычно, все против меня, но нет. Может быть, кстати, здесь что-то еще есть, но опасно здесь вот так вот ходить. Опа, вижу. В плане, не до... Как это так? Блин, у меня, видимо, еще и рюкзачок маленький, да? И я не могу все таскать, что захочу. Плохо. Древесина, я думаю, что мне бы пригодилась. Ладно, давай пойдем. О, выход. То есть мы, грубо с тобой, вот тут вот обшмонали. Все, что могли, забрали. А все, что не влезло, остается там. Некоторые предметы разбираются на ресурсы в конце рейда. Другие предметы можно выбрать вручную, чтобы разобрать сейчас или позже. Вернуться на базу. Так, Борис. Персонажи могут пострадать во время рейдов. Здоровье персонажа отслеживается по шкале очки здоровья. Я вижу, вот. Где у нас? Пока нету здесь. Находясь на базе, персонажи медленно восстанавливают здоровье. Но для полного исцеления требуется много времени. В больнице можно лечить выживших намного быстрее. Но для этого нам нужно сначала построить больницу. Вот оно что. Друзья мои, мы строим больницу. Больница готова. Чтобы лечить выжившего, выбери вариант лечения, а затем выбери раненого персонажа. Сейчас в больнице можно лечить только одного выжившего, но улучшив здание, ты увеличишь его вместимость. Следи за шкалой боевой дух, чтобы заботиться о психическом здоровье персонажа. Так, это синенькое, да, у нас? Боевой дух ухудшается со временем, когда персонаж исследует опасные области. Как и здоровье, боевой дух восстанавливается медленно, пока персонаж находится на базе. Чтобы улучшить его, быстрее построй жилой домик в ближайшем время. Остерегайся повышения уровня заражения, отслеживаемого шкалой заражения. Да, ребят, вот, видите, есть все-таки шкала заражения. Риск увеличивается, когда персонаж отправляется в рейд на зараженные области, которые вражеские атаки также повышают уровень заражения. Понятно. Так, заражение можно предотвратить, надев защитное снаряжение, типа противогаза. Оставаясь на базе, твои выжившие будут медленно лечиться от заражения. Чтобы это лечение шло эффективнее, построй изолятор. Ё-моё, нифига тут. Смотровая вышка используется для сбора информации об окрестности. Строительство и улучшение башни открывает новые области и места для рейдов. С помощью радиостанции мы можем вещать по всей области. При постройке и каждом улучшении мы будем привлекать новых выживших. Снаряжение со временем изнашивается. С помощью ремонтной станции мы можем отремонтировать его. Улучшение даст больше возможностей для ремонта. В мастерской мы можем изготавливать новые предметы. Для этого требуются компоненты и ресурсы. Если у нас закончится еда, материалы или топливо, мы можем запросить паёк припасов. Но у всего есть своя цена. Вот список доступных наборов. Помощь нам не помешает. Давай что-нибудь выберем. 50 топлива, что ли, нам дадут? На этом все. Теперь ты знаешь все, что тебе нужно. Что будем делать дальше? Я не знаю. Выживать? Ох ты. Значит, я играю за Бориса, а у нас еще здесь есть Надя. Так, подожди. А, нужно все построить. Мастерскую, наверное, сделаем, да? 9 минут. Не хватает, ребята, древесины. Смотровую вышку, наверное, тоже надо бы сделать. И опять не хватает дерева. Так, ну, допустим. А как мне управлять персонажем?
Вот, Борис, например, я хочу тобой поиграть. Я могу здесь вообще бегать по этой базе, нет? 10 еды. У нас есть фермер. Так, склад. А, пока что-то у нас улучшается. Другой, да? Мы не можем с тобой. Давай ускорим. Блин, почему я не могу ходить, а? Может быть, мне надо выбрать Надю? Нет, ребята, здесь они почему-то не ходят. Так, улучши радиостанцию, чтобы привлечь больше выживших на базу. У меня еще ее пока нету. Смотровая вышка, не могу я с ней ничего сделать. Так, больничка. Добавить выжившего. Пока у нас все нормально. Жилой домик. Не могу сделать. Древесины не хватает. Вот склад я, пожалуй, улучшу. Так, а чтобы мне, например... Ага, вот сюда, да? Это у нас, получается, рейд. Так, если мы улучшим с тобой смотровую вышку до первого уровня, у нас откроется, ребята, ну тут смотри. Тут аж целые города, я не знаю, фабрики, заводы. Можно сходить, наверное, вот сюда. Фермерская долина. В долине находятся многочисленные фермерские хозяйства. Здесь можно найти много еды и, возможно, даже базовое снаряжение. Берегись зараженных фермеров. Я могу сделать авторейд. Так, у нее, значит, нож. А отправить я могу только одного, да, получается? С едой вроде бы пока нормуль все. Так, у нее, значит, есть пистолет, есть нож. А, это мы можем ей передать. Ну, допустим. Дадим ей... Слушай, вот это что такое? Пакет крови. Обезболивающие. Вот, патроны ей нужны. Только вот куда их тут? Ага, понял. Она что, пускай она идет? Ребята, 10 минут она будет шоркаться. И до сих пор я не могу почему-то управлять своим персонажем. Видимо, здесь нельзя бегать. Он просто стоит на месте. Так, что у нас тут? Топливо, еда и материалы. Кстати, еду можно заказать за топливо. Запас еды. Так, а по материалам что у нас? Тоже можно, кстати, заказать. Смотри, если мы потратим, мы получим 20 древесины. Я думаю, что есть смысл. Давай так сделаем, купить. И вот теперь я, наверное, смогу здесь немножечко построить, да? Блин, улучшение, где у нас тут улучшение? Какое? Ускорить. Так, склад у нас улучшился. Смотровая вышка, если мы ее улучшим, да? Нам сказали, что откроются новые территории. Мы можем еще ее улучшить. Окей. Так, 28 горючего всего осталось. Радиостанция, давай, наверное, мы ее тоже сделаем, потому что выжившие нам нужны. Опа. Ты видел? Такое ощущение, что как будто мы нашли кого-то. Может быть, даже позвали к себе. Так, изолятор, это, по-моему, психический расстройство. Вот, смотри, друзья мои, бежит к нам выживший еще один. Вот это круто. Это круто. Так, ремонтная станция, блин. Древесину, если я закажу ее сейчас, да, древесину, то мы с тобой потратим все горючее. А это мне невыгодно. Так, ребята, я предлагаю, наверное, сделать нам маленькую вылазку вот сюда. За еду. Мы там с тобой не все собрали, поэтому давай-ка мы, наверное, пойдем и сходим. Возьмем тесак. Возьмем нож. А, бинты останавливают, по-моему, кровотечение. Пакет крови восстанавливает здоровье выжившего. Можно поместить в слот быстрое использование. Вот что это такое, ребят. Угу. Обезболивающее. Так, то ли анестетики, то ли антидепрессанты, трудно сказать. Могут успокоить нервы. Немного восстанавливают боевой дух при употреблении. Можно поместить в слот быстрого использования. Это куда? Сюда. Нет, я лучше оставлю, наверное, здоровье себе, да? Восполнять. Ну что, друзья мои, отправляемся в рейд. Давайте еще разочек пробежимся. По-моему, территория та же самая, где мы были. Единственное, что здесь мы с тобой тогда не все собрали.
Я пошел в ту сторону, а теперь пойдем вот сюда вот. Опа, ягоды. Ведь ягоды же. Так, я нашел чернику. Блин, это волки. Твою дивизию. Он меня видит. Гаденыш. Так, а это у нас еще какая-то одна ягода. Так, это пенечки или что это? Это пеньки. Ладно, двигаемся аккуратненько с тобой. Лучше, наверное, даже вот так вот идти, чтобы не привлекать лишний шум. Вот, ребята, у нас инвентарь показывается. Видишь, насколько он... Опа! Можно проверить? Нет, друзья мои, здесь тачку нельзя обшмонать. Так, ну я вижу здесь очень много ягод. Хорошо, будем набирать ягоды. Рюкзак, я надеюсь, со временем тоже можно будет как-то увеличить. Обычно в играх так это происходит, да? Потихоньку забивается. Но мне нужно, знаешь что, найти древесину. Вообще какие-нибудь стройматериалы. Вот, лежит пенек. Почему мы его не можем... Тихо, пёси. Какое-то болото, что ли? Да ё-моё, ну как ты меня... На. С волков могли бы спокойно снимать шкуру и брать мясо, согласись. Так, тихо, еще один волк, видишь, там наверху. Да блин. Ой, не надо, только не два. Только не два волка. Блин, у нас здоровье, ребята, тратится. Ух, у меня кровотечение, походу, дело, да? Бинт. Так, срочно, что мы делаем с тобой? Быстрое использование, да? Использовать. Потому что у нас кровь. Все, остановилось кровотечение. Это все волчары сделали. Укусили гаденыши меня. Так, ну что? Здесь... Ага, смотри, вот она, древесина. Ох, тут ее много. Блин, инвентарь... Сундук! Блин, а у меня инвентарь заполненный, прикинь? Банка фасоли. Так, мы можем это... Он съедает. Он съедает, тем самым восстанавливает себе еду. Так, давай ешь еще. Так, банка фасоли, я ее забираю. Охотничий нож. Ху. Металлолом тоже нужен, блин. Нехватка места, может быть, ягоду съесть. А почему нехватка места, если... Блин, какой-то огорелый. Так, ладно, сейчас посмотрим. Да почему ты... Металлолом и некоторые детали машин. Источник материала. А почему я не могу взять? Так, а этот нож, интересно, лучше или хуже? Как ты думаешь? Мне, например, не понять. А вот так вот. Почему ты не можешь взять металлолом? Вот, взяли. Так, что, ребята, погнали отсюда. Ой, блин, ну... Да, у нас очень быстро тратится здоровье. Так, что-то тут лежит, смотри. Веревка, блин. Какой-то недобитый был. Веревку я смог подобрать. Так, ребят, если не секрет, а где здесь выход-то? Ну-ка, погоди-ка, у нас есть бинтов? Нет, ничего нету. Выход должен быть где-то здесь, по идее. Нет, не надо. Я не вижу выхода здесь. Замечательно просто.
Увидел, что ли, меня? Тихо-тихо, блин, он меня увидел. Думал, втихаря сейчас мне больно. Да я понимаю, что тебе больно. Не пойму я. Вот у нас дорога, видишь, вот она идет. Я тогда шел именно по ней и смог выйти. Так, это волки убитые, которых мы с тобой валили. Но здесь нету никакого выхода, посмотри. Я знаю только одно, что если нас еще раз схватят волки, то мы уже не выживем. Где область, которую я должен покинуть? Где это место? Странно. Вот тут, конечно, мы еще не были. Пойдем вниз, блин. С моим количеством здоровья только здесь. А, подожди-ка. А банка фасоли это просто нам, наверное, восстановит. Да. Голод утолит. Здоровье нам не восстанавливает. Так, ладно, давай потихонечку проверим. Самое главное, чтобы не были где-нибудь волки. В кустах там, да? Ягоды. А, вот, ребята, зона. Чернику я подобрал. Не надо на меня тут прыгать. Так, чудом, чудом, друзья мои, я здесь выжил. Убито зомби 6. Бандиты и карты следа на 77%. Вернуться на базу. Так, у нас еще есть джучи. Что мы можем сделать? Не хватает древесины. Опа. Так, отчет о рейде. Это место кажется спокойным, по крайней мере, сейчас. Я нашла предмет. Так, боевой дух, смотри, что она нашла. Куртку. А это что такое? Короче, вернуть ее на базу. Ты где? Надя, вон Надя бежит. Слушай, ну у нее здоровье нормуль. Кстати, мне кажется, что я могу выбирать любого персонажа и отправлять его в поход. Не обязательно играть мне, например, за Бориса. Так, Наденька пришла. Улучшит радиостанцию. Если мы улучшаем радиостанцию, нам будет доступен еще, видимо, один выживший. Так, давай посмотрим. У нас есть госпиталь. Сюда мы отправим Бориса. Борис, ты так и пойдешь прям с веревкой, что ли? Так, Борис, он будет лечиться 7 минут. Или неправильно, я понял. Вот, подожди секунду. Добавить выжившего. Борис. Так, больница. Ну, в принципе, ребята, он сидит. Я могу ускорить за 4 горючки. Да, ребята, полностью он восстановил здоровье. Так, ну что? У нас с тобой очень мало материалов. У нас вообще всего мало. Еды тоже мало. Поэтому нам надо идти за древесиной. Наверное, мы с тобой сделаем, знаешь как? Кое-кого отправим. Вот, например, в авторейд мы отправим с тобой Бориса. Ох, елки-палки. Смотри, у нас территория какая осталась. Сюда мы, наверное, отправим Джучи. У Джучи даже ничего нет, ребята. Ни ремня, ни ножа, ничего. Выживет ли он? Вот в чем вопрос. Ладно, пускай идет в авторейд. А мы с Надюхой отправимся. В сельском районе Белой Поляны есть несколько фермерских деревень. Урожай гниет на полях. Надеемся, что-нибудь можно спасти.
Кукуево – самая большая деревня в округе. Церковные шпили возвышаются над сельским пейзажем. Но звона колоколов не слышно. Тут, кстати, 6 банок. Погнали. Так, что мы с тобой возьмем? Наверное, лечение надо взять. Ну и все. Погнали. Так, Надя, да? Отправляется у нас в Кукуево. Это кто такой? Это... Друзья мои, это какой-то другой вид зомби, кстати. Давай, наверное, потихонечку с тобой здесь. Ё-парсоте. Кстати, если мы с тобой будем шмалять, мы будем привлекать внимание близходящих зомби, я имею в виду в этом плане. Так, смотри, здесь дорога у нас. Мне бы не помешало, знаешь что, найти какую-нибудь... Кстати, вот зона, которую мы можем покинуть. Дай-ка я соберу ягоды. Черника. На выход я пока не собираюсь. О, машины. Будем брать самое основное. Мне кажется, это лучше металлолом и... И что еще там взять? И древесину. Так, что ты там нашел? Иш-70, это что такое? Ага, это пистолет, друзья мои. Слушай, ну пистолет это тоже хорошо. Мы, по крайней мере, такая идет. Так, эту тачку можно шмонать? Можно. Давай. Алкоголь. Опа, ангар. Видишь, зомби. Так, здесь у нас мусор. Пойдем посмотрим. Ага, видишь, показывают, что в здании стоит зомбарь. Так, тут-то у нас есть что-нибудь хорошее? Да не может быть, чтобы здесь ничего не было. Вот, кухонный нож. Пригодится, это я тебе точно говорю. Так, а этот зомби ушел отсюда, да, из этого дома, вышел. Машину, кстати, можно проверить. Так, нот-кола какая-то найдена нами. Вот про это я тебе и говорил. Оу! Трындец. Восстановим здоровье себе. Все. Здесь-то что-нибудь хоть будет для меня? Хоть какой-нибудь подарочек? Нет? Никаких подарков абсолютно, ребят. Непонятно еще, сколько у нас патронов. Ну-ка, может быть, где-то отображается здесь. Ага, 2. Блин, это плохо. Ты что делаешь-то? Возьми нож. А эту машину можно? Можно. Давай лазим. Пусто. Короче, в этих домах ничего нету. В помойке тоже ничего нету. Давай аккуратненько. Зомби-полицейский, да, походу, дела? Ягодки. Слушай, кстати, нам нужно ягодки с тобой поесть, иначе мы сейчас с голодухи-то отдуплимся, надо перекусить. Использовать. Ну, слушай, нормально восстанавливаем здоровье. Вот разум. Разум мне не нравится, что у нас очень быстро тратится. Блин, здесь ничего нету. Так, смотри. Да блин. Сумасшедший какой-то побежал за зомбарь там. Домик. Я хочу его проверить. Блин, да ладно, неужели ничего нету?
Прикинь, просто пустой дом. Тачка, хотя бы в ней-то есть что-нибудь? Там гараж. Ну, вот так вот, все, друзья мои, пусто абсолютно. Гвозди. Хм. Туалет. Деревенский туалетик, да-да-да, именно он. Но тут, наверное, даже не зайти в него будет. Понятно. Так, а вот эта шотка лежит. Это не то. Ягоды. Целое поле. О, оно что, какое говно, ребята, а? Да как ты меня увидел же? У меня же должен был бонус быть на скрытность. Ох ты, целый автобус, прикинь. Его-то нельзя прошмонать. Ну-ка, зайдем в здание. И тут тоже ничего нету. И на второй этаж мне не подняться. Мне больно, блин, а почему тебе больно-то? Потому что на ней кровотечение, ребята. Подожди, а что он? Нот кола, это я понимаю, здоровье на основе, да? Да, а вот алкоголь что делает? Осмотреть. Ухудшает, так, при употреблении ухудшает здоровье, повышает боевой дух. Осторожно, алкоголь может убить тебя. Ребята, мне нужно сваливать отсюда. У меня было кровотечение, сейчас оно остановилось. Но оно было. Твою налево, а что у вас так дофига-то здесь? Церквушка. Ну вот здесь 100% что-нибудь должно быть. Что, зайдем, наверное, посмотрим? Так, что это у нас здесь? Пиломатериалы плюс сундук. Ну-ка, вскроем, посмотрим, что там. Стрела, 15 штук. Так, ей больно, она хочет домой. Дай гляну по карте, где у нас выход-то. Вот он. Ну, карту мы опять с собой не полностью проверили, разведали. Я, по-моему, здесь разобрался со всеми зомби, поэтому можно здесь спокойно бежать. Слушай, а у нас... Что она дает? Вместимость 5. Хороший спортивный костюм. Ты будешь много бегать, поэтому он пригодится. Я думал, что это мне дает как бы защиту какую-то определенную. Нет. Просто вместимость плюс 5. То есть как бы лишние карманы, да? Ну что, друзья мои, давайте возвращаться на базу. Так, этот скоро вернется. Этот тоже скоро вернется. Как мы видим, древесины у меня всего лишь 9. Блин, может быть, нам заказать древесину с тобой, а? Если я горючку всю потрачу... Блин, у меня и еды нету, прикинь. 8. Ну, что такое 8? Надо улучшать, наверное, ферму нам. Умоляю. Так, этот сейчас вернется. Посмотрим, что они принесут. Давай, давай, ребята, возвращайтесь. А изолятор, это что он делает? А, лечит от радиации, понял. Так, ну что? Смотри, он на нее принес капкан, ягоды, древесину нашел. Вот это хорошо. Итого 14, да, у нас? Так, ты-то кто? Радиостанция. 240! 240, ребята, нужно древесины и 5 металлолома. И будет это делаться час. Офигеть. Так, подожди. Это давай тоже шот там принес. Короче, 4 древесины и 3 еды. Вернуть его на базу. Ну, допустим. А ведь я могу же просто их отправлять, да? А сам стоять на базе.
и все. Или всех их троих. А, для этого же нужна горючка. Для рейда, ну, не горючка, по-моему, а еда там нужна. А еду в таких огромных количествах где мне найти? Если только просто стоять и ждать, пока этот фермер нам наготовит ее, да? На месте деревушки Чайка остались мрачные обгоревшие руины. Кто знает, что здесь произошло? Рейд. Авторейд. Ты видишь, что здесь требуется, ребята? Тут требуется, скорее всего, маска. Большие старые особняки, разбросанные по Ноябрьску. Пристанище для более обеспеченных семей из ближайшего города. Многочисленные силы полиции патрулируют округ, сохраняя в безопасности положение торгашей. Ага, то есть там у нас, видимо, есть полиция. Хм, прикольно. Здесь мы с тобой были. Ну вот сюда можно, в принципе, отправить авторейд. Так, беги, парнишка. Фермерская долина тоже можно отправить. Так, кого? Да, наверное. Пускай Борька идет. А у нас не хватает еды. Единственное, что мы можем, это сделать, наверное, заказать еду. Вот здесь вот. Купить. 24 еды. И, например, отправить сюда свою. Нет, не сюда. Вот сюда вот. А, персонаж сильно ранен. Блин, естественно, сильно ранен, поэтому ее нужно... Добавляем. Через 7 минут... И сколько-то там секунд, она полностью выздоровеет. Ну что, дорогие друзья, для первого раза, я думаю, будет достаточно. Пишите свои комментарии по поводу этой игры, как вам она. В общем, как и первая часть, да, также надо ходить, исследовать. Но в отличие от первой части, здесь, ребята, нам нужно еще следить за командой. Следить за командой и за ресурсами, с которыми, как ты видишь, большущая, огромная проблема. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.